Не врезаться бы куда-нибудь. Я приземлюсь на грузовик, мать твою, столбы. А, это не грузовик. Как мне приземлиться на грузовик? О-о-о-о! Да не тот грузовик, ну! Это мусорка, нет! Это жесть! Давай! Отлично! Ай-яй, только не падай! Ну что ты? Ты дебил, что ли? Теперь, наверное, мне нужно свалить от полиции. Спрятаться. Валим. О, там море! Свалил от полиции. Ой. Еще одна? Хорош. Бляха, это как? Это как сейчас было? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это GTA 5. Итак, дай-ка я сейчас с дороги уеду. Бляха. Ладно, Франклин меня простит. Окей. Итак, сегодня у нас по плану попробовать забраться вновь, короче, на небоскреб. Вы меня, короче... Ну, уже только с другим уже, ну, по другому плану, короче. В комментах вы написали, типа, проще, наверное, одолжить у Тревора вертолет, короче, и забраться на вертолете, короче, туда на крышу. Я долго, короче, думал об этом, потому что я очень хреново отношусь к этим полетам, короче, в этом GTA 5, вот. Поэтому я долго думал, но вы меня все-таки уговорили, и все-таки надо посмотреть, что это за задание такое, недоступное задание, вот, сложно доступное, что оно из себя представляет. Вот, когда заберемся, короче, наверх, выполним задание, мы отправимся с вами уже смотреть, вот у Тревора появилась тоже незнакомцы там и чужаки. У Тревора появилось, посмотрим их, короче, и уже посмотрим по времени дальше. Если будет времени предостаточно, то мы отправимся, короче, выполнять вот сюжетку за Майкла. Итак, надо, короче, сейчас перейти за Тревора, наверное, Тревору. Посмотреть, кстати, у Тревора там два задания что-то. Вот, посмотреть, где находится его вертолет. По идее, он должен быть, короче, да, вот. Он должен быть рядом с ним. Это безумие. От безумия. Так, вот вертушка. Окей. Надо запомнить, где она находится. Находится она вот здесь. Так, окей. А где у нас находится Франклин? Так, переходим за Франклина. Такую вот мы сейчас... Афир провернем, короче. Где у нас Франклин? Отправимся туда, наверное, на такси, потому что ехать, если будем ехать так, то будем ехать, как обычно, пол миссии. Не, ухожу, пока ты там что-то не это и не того. Окей. Так. Теперь. Находится вот здесь. Вот здесь. Вызываем такси. В клуб, да в такой одежде что-то, да, как-то. Да что ты говоришь? А, куда я побежал-то? Надо такси позвонить. Таксисту позвонить-то. Таксисту-то позвонить, а? Не, у нас Франклин что-то в последнее время полюбил ездить на такси. Вот и свободный такси. Такси уже в пути. Я подожду. Окей, ждем таксиста. Ждем.
Кстати, раз Тревор заправляет, короче, стрип-клубом, там, наверное, стриптизерши и выпивка должна быть бесплатная для друзей. Как бы так. Но мечтать не вредно, как говорится. Да, поехали туда, вот на точку. Поедем с вертолетом. Так, пропустить. Окей. Все, мы приехали, короче, но я что-то не вижу вертолета. Бляха, неужели бесполезно приехали? Самолет только вижу. А где вертолет? Тревор уехал. Ух ты, это Тревор стоит? Да ладно. Эй, Трев. Тебе почти удалось пократься незаметно, Фрэнк. Хочешь холодного пивка? Тревор, здорово. Я ожидал тебя здесь увидеть. Прикольно. А я его ударить могу? Нет. Тревор, короче, мне нужен вертолет. Нажмите, чтобы потусоваться с Тревором или отказаться от предложения. Пока нет. Извини, чувак, я обойдусь. Ладно, тогда пока. Тревор, куда ты вертолет-то дел? Где твоя вертушка, Тревор? Бляха. И как быть? И как теперь быть? Где мне искать вертолет? Где искать этот долбанный теперь вертолет? Самолет, понятно. Блин, самолет не пойдет. Самолет на крышу не приземлится. Либо приземлится, но будет такая же, наверное, дичь, как и с дирижаблем. Эх, Тревор, куда ты вертолет-то дел? Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, окей, тогда. Наверное, в аэропорт. Наверное, в аэропорт. В аэропорту там по-любому должен быть вертолет. Где только аэропорт? Аэропорт, вот он. Тут по-любому должен быть вертолет. Погоди, а вот это что? Вертолетная площадка Веспуччи. Возможно, здесь вертолет есть. Ну ладно. Ладно, давай поехали, короче, в этот. В аэропорт. В любом случае, нам нужно сегодня забраться на этот саный, короче, небоскреб. Hey, can I get a cab? Of course. Driver should be with you soon. All right, thanks. Че, они прям сюда приедут? Или там на дороге будет ждать? Ну-ка давай посмотрим, откуда приедет таксист. Сейчас со взлетной полосы как приедет. А, нет, смотри, сюда едет. Он завернул. Обслуживание просто на 5 баллов. Это же, блин, Яндекс Такси. Стой! Куда поехал-то? Я тебя вызывал. Поехали туда. Аэропорт, короче. Вот запарная, да, миссия? Нет, сама миссия, может, и не запарная. Запарная, короче, начать ее. Зачем такие сложности придумал? Так. Окей. Здорово, чуваки, здесь есть у вас вертолет? Или что-то, что-нибудь с пропеллером? Так. Я смогу пробраться туда? Отлично. Отлично. Ворота открылись. Блёха! Теперь менты за мной. Да ладно. Так, 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 ищем вертушку. Погоди, погоди, погоди. А, я думал, стреляют, это лужа. Так, вертушка, вертушка. Самолеты, самолеты. Вертолет где? Вертолет мне дайте. Че, у вас ни одного вертолета нету, Че за аэропорт такой? Что за херня? Что за херня? Вертолет мне дай. Может там? Может где-нибудь там? Бляха, ну вертолет вон ментовский летает, но
Да отвалите. Я же ничего еще не сделал. Я же ничего еще не сделал. Что вы по мне стреляете-то? Успокойтесь, ну. Успокойтесь. Дайте мне вертолет. Сколько можно там же меня тут? Бляха. Какого черта? Какого, мать его, черта? Да отвалите! Нету ни одного вертолета. Не вижу я здесь вертолет. Так, это что, самолет? Или вертолет? Он там стоит, что? Самолет или вертолет? Самолет. Да какого хера? Почему в аэропорту ни одного вертолета? Почему в аэропорту ни одного вертолета? Кто мне ответит на этот вопрос? Кто ответит мне на этот вопрос? Задрали, короче. Задрали. Где там вертушка эта ссатая? Чё, перестали хоть стрелять? Лимузины. Главное, в аэропорту даже лимузины есть, а вертолета нет. Что за дичь? А куда вертолет улетел? Может, он сел? Может, он сел? Короче, ладно. Убили, ладно. Бляха. Что ж делать-то? Что ж делать-то? Аллилуйя, блин, аллилуйя. Я нашел, короче, вертолет. После долгих поисков, короче, я все-таки вот нашел. Я вижу вертолет. Главное, чтобы он не улетел. Он всего здесь один. Главное, чтобы он не улетел, короче. Мне надо как-то туда попасть. И это находится, короче, у нас, знаете, где это находится? Вот где я видел, короче, это вертолетная площадка Веспуччи. Мне надо как-то туда попасть. Вот. Наверное, вот здесь я смогу залезть. Аллилуйя. Аллилуйя, наконец-то я сейчас полечу на вертолете. Неужели? Неужели я нашел его? Отлично, смотри, какой красавец. Красавец-то красавец, но летать я не очень люблю. Так, окей, давай-ка сейчас поставим мы метку на задание. Теперь главное, чтобы задание не пропало, как это было с дирижаблем. Надеюсь, будет все отлично, все будет хорошо. По-быстренькому, короче, долететь, потому что я не... Я вот не понимаю, почему вертолет всегда... ну, ведет в другую сторону, вправо, допустим. Вот видишь, я даже не поворачиваю сейчас, а его ведет. Так, окей. Не врезаться бы куда-нибудь. Вон туда. Вот там, видишь, вертушка, короче, она постоянно летает рядом. Я думаю, эта вертушка, это у нас, ну, связанная с заданием. Так, окей. Есть там этот значок-то? Не исчез? Ну, типа, задание-то. Надо садиться. Бляха, сейчас буду еще полчаса садиться, короче. Да хорош ты, выровнись ты нормально. А почему его в бок опять тянет? Задрал. Садись. Отлично. Ты мужик. Отлично. Где? О, да, ребят, о, да. Смотри, опасность прямо в лицо, Эй, сыкунишка, смотри сюда, это безопаснее, чем улицу перейти.
Ни хрена ж себе. Гораздо больше людей погибло, переходя улицу, чем делая то, что и там, как тебе. Когда я сказал целевать все американцы акциями, меня назвали психом, а теперь посмотри, в какой все жопе. Давай, трусишка. Прыгаем. Используйте, чтобы смотреться для прыжка. Кто-то разогняется, бабах. Так, а что мне надо сделать? Мне просто надо было прыгнуть? Мне надо было залезть, короче. Да, вижу грузовик, как скажешь. Грузовик? Грузовик? Какой нахер грузовик? Воу-в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 оу. Какой нахер грузовик? Ты о чем? Надо приземлиться. А как я приземлюсь на грузовик, мать твою, столбы? А, это не грузовик. Как мне приземлиться на грузовик? Вообще просто. Вы че? Это просто дичь. Так, 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 спланируйте прыжок на грузовик. Так, ладно. Я опять его пролетел, вон он, смотри, видишь, грузовик. Я не знаю, короче, если честно, я не знаю, как это сделать. Я надеюсь, что он будет ехать только прямо. Бляха, ну как вот он так вот приземлился ровненько? О, 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 о! Да не тот грузовик, ну! Это мусорка, нет! О! О! Это жесть! Кто поставил этот сраный столб? Я почти сел, почти сел! Кто поставил этот сраный столб туда? Жесть. Ладно, третья попытка. Полетели. Короче, надо вот так вот лететь, 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 лететь. Хлоп. И летим на грузовик. Давай, 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 давай. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, давай, почти, почти. Я вижу, вижу, да. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ну ёпта, а чё ты опустился-то? Зачем ты, а чё он это, отцепился-то? Почему он отцепился-то, ёпта? Что за дичь? Меня просто убивают эти задания, короче, просто. Это просто жесть. Хлоп. Летим, летим, летим на грузовик. Давай, 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 давай. Отлично. Ай-яй, только не падай. Ну что ты дебил, что ли? Надо же, мистер консерватор прыгнул. Я думал, что ты на лифте поедешь. Чувак, это я, Джефф. Доминатор не долетел. Я выслушу тебя на месте встречи, ладно? Ну хоть продолжается. Это я думал, сейчас по новой надо будет. Ночью он гангстер, а днем сыкун с парашютом. А, сделай из этого сценарий. Продажи, братан. Только не я, цены кусаются. Че? Встретимся в Land Act Reservoir. И тогда, возможно, я изменю твой рейтинг с продавать на держать. И дело в шляпе. Дело в шляпе. Окей. Иди, у него такая же тачка, как у меня. Целевой риск. Целевой риск. Жесть. Наконец-то, наконец-то мы выполнили это задание. Наконец-то, друзья. Вот. Так, ну что, давайте переходим тогда к Тревору. Да? Кстати, погодите, этот аниматор, он сказал, что...
будет ждать где-то. Вот. Но пока, видишь, ничего не появилось. У Франклина. Я думаю, будет еще задание, наверное, скорее всего, с этим, с аниматором или кто он там. Вот. А пока переходим к Тревору. Окей. Наш любимчик Тревор. Безбашенный чувак. Посмотрим, что у него, короче, за чужаки и незнакомцы. У него-то вообще там дичь всякая происходит просто. Мала Массия, знаменитость. Чего он опять натворил здесь? Тревор. Ты куда пришел? Что это за задание? Ты куда приперся? А, Тревор? А, Тревор? А, Тревор? Так, окей, мы находимся тут, и незнакомцы у нас недалеко, в принципе. Так что поехали своим ходом. Я не хочу ехать на Треворском, короче, этом, грузовике. Если честно, он мне что-то разонравился. Ну, он прикольный, но мне разонравился. Я хочу погонять, короче, на чем-нибудь другом, на чем-нибудь новеньком, на чем-нибудь хорошем, на чем-нибудь интересном. На автобусе. Нет. Так. Такой джип я тоже не хочу. Вот это что у нас за машина? На такой мы вроде ездили. Это еще такая же, да, наверное? О! Смотри какая. Сле какая. Поедем вот на этой. Я прокачусь, не возражаешь? Лё какая. Стильная прям такая, да? Сразу видно, дядька при бабле. Дядька при бабле на такой тачке. Так. Текстуры. К этому мы уже привыкли. Ой. Да что ты? Давай. Роди. Роди ты уже эти текстуры, ссаные. Так, окей, приехали. Почти. Сейчас глянем, что там у нас. Тревору. Прям вообще ништяковое точило. Хотите увидеть, как живут на другой, что там, планете или чё? Эй. Что скажешь? Симпатичный домик? Нравится? Продаю, хочешь купить? Срезаю расходы. Нет, мне не нужно. Раньше я каждый день такие продавал. Понятно? Торговал мечтами, наполнял жизнь людей смыслом. Даже не знаю. А что тебе нравится? Тебе ведь нравятся красивые вещи, да? Конечно. А я совершенно случайно знаком с невероятно красивой женщиной. Хочешь чпокки, чпокки? Я Джош. Джош Бернстайн. Да. Я тот самый Джош Бернстайн. Никогда не слышал. Раньше я был крупным риэлтором. Но потом у меня отобрали лицензию. Мой кусок хлеба с маслом. Где тёлка? Да, не понимаешь, на самом деле, тут дело несколько более деликатное. Этот, Ленни Эйвери, он был моим лучшим другом. Он увел всех моих клиентов. Всех. Как думаешь, сможешь уничтожить все его вывески о продаже домов? Вроде не сложно. Оно того стоит. Я тебя люблю. Я тебя обожаю. Обожаю. Ленни Эвери. Ты мутный тип, короче. Найдите и уничтожьте знаки Ленни Эвери, продается, расположенный по всей северной части города. Жесть. Это надо, короче, по всей части. И они не отмечены. Бляха. Ну вот не люблю я такие задания. Где ничего не отмечено. Да. Жесть. А сколько их всего эти? Знаки. Северная часть, по всей северной части города.
Давай прокатимся, просто посмотрим. В принципе, это у нас обычные вывески. Продается. Кстати, дружище, вот сайт Эвери со всей недвижимостью. Тебе поможет пригодиться. Да? Да иди ты. Так. Да какое соединение? Как мне там выбрать-то этот? Во. Так, Ленни Эвери. Купить дом — ответственное дело. Ленни Эвери — ответственный человек. Агент по недвижимости номер один. Слова риэлтор и реальность звучат похоже, но Ленни Эвери больше, чем реальность. Мы продаем мечты квадратными метрами. Позвоните нам сегодня, 10% комиссии, 100% стараний убедить вас в том, что вы заключаете честную и выгодную сделку. Абсолютная прямота и прозрачность, креативные слоганы, уверенность в себе. Мы акулы бизнеса, в хорошем смысле этого слова. Щелкни по карте для просмотра доступной недвижимости. А вот это уже интересно. Вид на океан, недавно отремонтированы 3 комнаты апартамента напротив пляжа на Play Vista. Идеально подходит для корпоративных рабов, которые не отстают от моды и занимаются серфингом, чтобы доказать, что у них есть душа. Окей, так, вернуться на... узнать координаты. Координаты недвижимости были отправлены на ваш GPS. Вот оно. Вот это уже, да, вот это уже радует. Сколько их там? Блин, их прилично. Ну, поехали. Будем ломать. Будем ломать, будем крушить. Ну, вот это более, как бы, да, чем, знаешь, инопланетные там вот эти вот куски искать, которые нигде не отмечены, и хрен их найдешь. Здесь хоть можно как-то узнать, где на карте находится. А то бы я это, ну, хрен забил на эту миссию. Честное слово. Честное слово, хрен бы забил. А так, в принципе, можем и посмотреть, чем кончится квест за риэлтора. Так. Ну вот это, вот это, вот эти апартаменты. А где у него здесь вывеска продается? Видит кто-нибудь? Я лично не вижу. Продается, продается, не продается. Надо как, хотя бы узнать, как она, как выглядит эта вывеска, как типа продается. А, вот это, наверное, да? Опа, опа, смотри, смотри, смотри. Хера они там. Ох ты, еще и пушка у него, смотри. Ну, да, я суваться помогать не буду, потому что ненароком меня там захерачат. Смотри, убил. Пятнадцать знаков, короче, надо уничтожить. Отлично. Так, список дел, СМС. Так, вот так, переходим на карту, да, найти недвижимость. Так, это я только что сломал. Окей. Блин, тут бы еще не запутаться. Так, рядом. Рядом, узнать координаты, окей. Так, по порядочку, короче, пойдем. Ага. Где-то здесь. А, с другой стороны. Понятно. На другой улице. Здесь, наверное, можно сократить? А, нет, здесь нельзя сократить. Поехали вот здесь. Сорян, чувак. Так. Угу. Вот она. Даже не выходя из машины, короче. Бляха, единственное, вот видишь, приходится, короче, это постоянно
Так, окей, идем сюда. Узнать координаты, все. Вернуться к карте. Окей. Приходится постоянно, знаешь, заходить в этот телефон. Ну, лучше, чем вообще ничего, да? Лучше же, чем... Ай-яй, ай-яй. Лучше же, чем вообще на карте ничего не отмечено. Окей. 3 уничтожено. Есть. 3 уничтожено. Все, вечно все орут. Так, это был вот этот. Идем вот сюда. Бляха, а потом они так разбросаны, короче, главное там не запутаться. Бляха, менты еще. Wonderful. Абсолютный wonderful. Окей. Я не думаю, что менты будут слишком такой помехой. Бля. Уже эти две звезды. Это уже плохо. Так, ладно. Хорошо. Бляха, теперь надо, короче, свалить от ментов, потому что они не дадут мне узнать, где находится, короче, этот... Очередная... Как это он так ехал? Ты видел? Ты видел, как это он ехал? О, Майкл! А, нет, Майкл! О, Майк... Нет, Майкл, нет. Так, ладно, Ты видел, как он так буком ехал там? Надо, короче, спрятаться. Надо спрятаться где-то. А интересно, здесь фишка-то это работает, которая, как вот знаешь, раньше в GTA было, перекрасишь машину и за тобой перестают гоняться. Так, хорошо, бляха. Хорошо, надо куда-нибудь заехать, заныкаться. Давай вот сюда. В принципе, можно будет поменять тачку. Так. Как там садиться? Все. Менты пропали. Так, какую-нибудь сейчас точилу, короче, выберем. Это что? Я хочу на гелике. Вы на гелике ездили, нет? На белом гелике. Так, окей. Мы находимся тут. Нам надо найти следующий адрес. Так, погоди. Мы... Вот это мы... Расфигачили. Теперь едем, короче, вот так. Вот так, вот так, вот так. Да, наверное. Или. Ну да. Так, 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 так. Потом. Так, 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 так. Ох, жесть, да? Ладно, погнали. Вот такая у нас будет серия сегодня. Сюжетное задание. Наверное, по-любому мы не успеем. Поэтому потихонечку будем выполнять вот это задание. Будем крушить знаки. Так, где-то здесь. Вот он, знак. Хорошо. Следующее. Еще 10 штук. Еще 10 штук. Так, это был у нас вот этот, да? Едем вот сюда. Да кто там? Надеюсь, я не пропущу ни одного. Как бы. А то потом,
ездить, блуждать, короче. Какой я пропустил, какой не пропустил. Это будет дичь. На карту засмотрелся, ё-моё. Так, где? О, вижу. Нет? Хорошо. Хорошо. Здесь, в принципе, свидетелей не было. Никто не закричал после выстрела. Так, это у нас получается, я вот здесь, да? Теперь Вайнвуд Хиллз. Вайнвуд Хиллз — это где у нас живет Майкл и где живет Франклин. Но их дома не должны попасться, потому что они же куплены. Так. Окей. О. Хорошо. 7 из 15. Приближаемся уже к финалу. Приближаемся к финалу. Так, это у нас был Вайнвуд, да? Теперь идем Эсси Джонс Драйв. Эсси Джонс Драйв. Да выйди ты. Блях, это назад ехать. Эсси Джонс Драйв. Че это за крик сейчас был? Это как будто кошка. Но это не кошка. 8 из 15. Хорошо. 8 из 15. Так. Это у нас был Эсси Джонс, да? Вот это. Вот это мы Вайнвуд, да? Идем вот сюда вот. Вайнвуд Хиллз опять. Вайнвуд Хиллз 2. Да что там? Чё-то там. Она врезалась и убилась? 6. Вайнвуд Хиллз 2. Ну вот такая, знаешь, у нас серия, да? Мало экшона. В начале там был, да, экшон такой. А тут, а так, мало экшона, чисто такая. На расслабоне. На расслабоне. Так, там у нас... Вау! Вау! Так, ладно. Надеюсь, ментов они не вызовут, пока я по карте буду. Так, Вайнвуд 2. Едем вот сюда. Вайнвуд Хиллз 3. Блях, опять назад. Чё они вечно... Ай-яй-яй-яй-яй, я чуть не перевернулся. Встал, подкрался сзади. Так, Вайнвуд Хиллз 3. Чувак! Чё там у него? У него кепка улетела так. Вверх, видел? Хорошо. Так. Это какая была? Девятая? Еще 6 штук. Да, получается. Ну, в принципе, справимся. Я думал, намного дольше будет. Если честно. Так, ты там смотри, чтобы у меня колесо не отвалилось. Придется машину искать. И шедралом, блин, будет очень долго. Можно было на такси, знаешь, перемещаться просто сюда-сюда. Ну, ладно. Так. 10. Еще 5. Еще 5. Это был у нас Вайнвуд Хиллз. Да, блин, куда ты звонишь-то? Нахера ты ему звонишь-то? Вайнвуд Хиллз 2. 3. Это получается, вот он. Едем
Аби Милтон Парквей. Аби Милтон Парквей. Аби Милтон Парквей. Ну хоть разворачиваться не надо. Аби Милтон Парквей. На это не забыть, чтобы потом не запутаться. Абы Милтон Паркер. Дрифтуем, дрифтуем. На гелике такой, знаешь, ездит вандал. Вандализмом занимается. Просочился. Так. Так, еще 4. Еще 4. Приближаемся, приближаемся уже. Так, Абы Милтон Парквей. Вот. Дальше едем. Вот сюда. Вайн Драйв. Вайн Драйв. Вайн Драйв. Вайн Драйв. Вайн Драйв. Пол Вайн Драйв. Знаешь, такого. Так. Недалеко. Следующая там еще ближе должна быть. Они рядышком стоят друг с другом. Бляха. Это Сакура? А че у меня? Все, машина не... Еле машина, смотри, едет. И это. Ведет ее в бок. Не, надо что-то менять. Надо машину менять. О. Ты как раз, кстати. О! Да свали ты. Окей, так, где там у нас это? Видал, какая точила, смотри, стоит. Прикольно, да? Так. О, вижу. Я ж думал, потерял. Так, окей, 12 из 15. Следующая должна быть где-то недалеко. Быстро, 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 пока менты не подъехали. One Drive, One Drive, One Drive, One Drive. Вот здесь, Eclipse. Great, police. Эклипс. Так, ну я надеюсь, они это свалят. Да, а потихонечку, чтобы меня тут никто не сдал. Не привлекаем внимания. Так, где тут? Где-то здесь должна быть. Вон она. Окей. 13 из 15. Unbelievable. Так, быстро, быстро, быстро. Окей. Едем тогда в Wildwood Hills вот сюда вот. И потом на самую верхнюю. У нас всего две осталось. Бляха, менты. Ну ладно. А, еще не туда поехал, короче. Повернул не туда. Ладно, ну я думаю, можно там обрулить будет. Да, перестроение маршрута прошло. На Яндекс.Карте наш. Пера не носится, видал? Видал, видал, да? Эх, вот этот же парень мне нравится. Прикольный такой. Он и стильный, и поворотливый, и быстрый. Вообще прикольно. Так, где тут? Последняя осталась. Последняя. Так, ментов поблизости нет? Нет, тогда я успею сейчас выбрать. Быстро, 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 быстро. Выбрать, короче, так. И едем Марл... Там Марл-то какой-то драйв, короче.
Все, последнее. Да ёп. Ни хрена они тут. Пошли вон, дядьки. Устроили тут. Из-за каких-то... Да, свалили. Из-за каких-то, блин, этих щитов. Смотри, какую дичь устроили тут. Подумаешь, щиты разломал. Или я что-то сделал. Я уже забыл. Или я убил кого-то. Так, окей, мы приехали. Вертушка, смотри, даже вертушка, прикинь. За мной полетела. Пошли вон. Так, окей. Все, уничтожены все знаки, уничтожены. Теперь, наверное, мне нужно свалить от полиции. Спрятаться. Валим. О, там море! Свалил от полиции. Ну зато эпично свалил. Ну, еще не свалил, но почти свалил. Жесть. Так, надо. Я не знаю, оружие, наверное, выберу сейчас. На всякий. Блях, если меня сейчас убьют, не дай бог, заново надо будет выполнять. Какая красота, да? Надо как-то от вертушки избавиться. Все хорошо. Она всему мешала, короче. Она свысока меня видит, и все за мной бегут сразу. Что-то медленно бежим. My name's Trevor. Нужна тача. О, я вижу. Нужна тачила. Отлично. Теперь можно спрятаться. Теперь можно спрятаться. Блин, кругом облава, смотри. Ай-яй-яй. Еще одна вертушка, что ли? Валим, 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 валим. Засратая вертушка. Да, отлично. Видал просто как снайперски. Ой. Еще одна? Хорош. Бляха. Это как? Это как сейчас было? Переворачивайся. Ну, Тревор, переворачивай машину. Сейчас взорвется. Пипец. О-о-о-о. Нет, 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 нет. Живым меня не возьмете. А то опять все эти. Все оружие заберут. Все по новой покупать. На тебе, задрали. Короче, устроил. И все началось, короче, с табличек. С каких-то табличек просто. Вот до чего вандализм доводит. Никогда не занимайтесь вандализмом. Вот, попаду? Красив, красавчик. Еще один. Попаду? Не попал.
Не, я понимаю, что меня убьют здесь. Поэтому я как бы так и не это. Сильно не сопротивлялся. Окей. Ну зато мы вроде как выполнили задание. Вот. Не знаю, что нам за это дадут. Будет какая-то пометка, что я там типа это выполнил задание или еще что-то. Позвонит он. О, у Игоря осталось так мало рекламы, будто он вылетел из бизнеса. Приезжай ко мне в мотель Биллингстайт в восточном Лос-Сантосе. Окей. Окей. А, он приглашает себе в мотель, короче. Но этим уже займемся в следующей серии, вот. Потому что это у нас подходит к концу. Ну, вот такая вот у нас. По минимуму экшена. В принципе, была серия. Ну, думаю, понравится. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Подписываемся в группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.